Всем привет! Сегодня 11 марта. Привет. И мы решили сделать видео, потому что я не успеваю все другие видео монтировать и выкладывать в YouTube. У меня сейчас на подходе видео, когда мы ездили в путешествие наше в горы, и я никак не смогу его смонтировать, нету времени. Также видео с день рождения Данилки. Также видео с... What's going on here? Не могут разъехаться. Также видео с еще находки мои еще с секонд-хенда. Потом видео, какое-то еще другое видео. Столько много всего мне нужно смонтировать. И нету времени. Так что сейчас мы едем в Chick-fil-A. Да. Я еще снимала видео, когда мы в Chick-fil-A. У Данилки 5 марта. Опять? Да, у Данилки 5 марта день рождения. И мы в Chick-fil-A праздновали вместе с ним и с Леночкой. А потом 9 марта у нас было дома день рождения, когда мы приглашали много гостей. И это все мне нужно еще в YouTube выложить, но я еще не успела. А я? И Леночка тоже на видео попала. Ой. Короче, у нас случилось интересное событие. К нам приезжала мама и Коля. Коля мой брат, на 2 дня. Потом мы нашли собаку. Мама, собаку. Сережа нашел собаку на улице, бегала ночью. Такую хорошую хаски, лайка, сибирская лайка. Но она вообще была такая, глупая, неприученная. И мы ее держали 2 дня дома. И смотрели, может быть, кто дал объявление в газету, кто ищет собаку, мы не нашли. Но потом, когда я ходила с ней гулять на улице, по улице иду, и останавливается машина, и человек спрашивает, говорит, типа, ты что, нашла эту собаку? А я говорю, да, что? Он говорит, а 2 дня назад эта собака у нас сбежала, это наша собака. И, короче, я говорю, ну ладно, забирайте. Я еще так подумала, думаю, thank God. Эта собака мне уже доела, она такая шустрая, она... В нашем дворе копала яму, чтобы вылезти, чтобы вырваться, чтобы убежать. Мы ее кормили, и она перебиралась едой. Ну, порода очень хорошая, но она вообще не приученная ни к чему. Они эту собаку не учат. Если ее надо тренировать, учить, но она не приученная. И он говорит, что это наша собака. Я говорю, окей. Я говорю, дай мне... Да, и я говорю, дай мне какие-то деньги, потому что я на нее потратила много. Я купила еду ей, кормила ее 2 дня. Потому что обычно они дают даже reward, если действительно ищут собаку, дают деньги. Вознаграждение у Данилки деньги. И он порылся в кошельке и нашел $1 и говорит, I'm so sorry, извините, у меня только $1, мы пользуемся дебит-картой. Денег с собой нету, с ним был какой-то еще пацан, наверное, сын его. И он открыл свой кошелек и говорит, у меня $5. И, короче, они мне дали $6 за эту собаку. Но эти дорогие собаки. Люди платят $500 за такие собаки. И, короче, ладно, я думаю уже, пускай забирают они свою собаку, потому что... с ней очень тяжело. Вот эти 2 дня мне уже хватило, наверное, пока.
Чтобы иметь собаку, это так много работы, это вообще, вообще очень хорошая, такая добрая, все, хорошая собачка, красивая, но она, никто ее ничем не учит, видно, что она не знает никаких там ни сыт, ни стей, ничего. И мы когда ходили с ней по дороге, водила ее, это... Мы с Леночкой, я Леночку посадила на коляску и водила я ее по тропинке, да? Мы ходили долго. И она не умеет ходить на поводке. Вырывается, короче. Ну, так сильно тянет, что очень тяжело держать. Рука болит, потому что так сильно тянет. Так хочет быстро идти или быстро бегать и вообще убежать. Короче... Ну, она такая еще молодая собака. Ну, вот так. И сегодня Данилка пришел со школы, он был немножко расстроенный, потому что он привык уже, ему так понравилась собачка, и он так привык. Как раз и нашли мы собаку на после его день рождения. И папа говорил, что, о, вот видишь, какая тебе собачка, это тебе будет подарок. Оказывается, что кто-то искал эту собаку, потому что кто-то ее потерял. И Данилочка немножко расстроился, и я ему говорю, тогда мы поедем с тобой в Чик-фил-А, в новый такой ресторанчик, и там есть для детей такие горки, такие разные. Мы тогда никогда еще не были никогда. Но... Да. Вот мы сейчас туда едем. И потом... Я вчера еще купила вот такой ошейник. Сейчас мы на красном стоим, короче, я могу пока еще разговаривать. А вчера я купила вот такой ошейник для собаки. Вот, видите? Вот такой. Он одевается в два... Больше как на животик одевается, чтобы за шею его не затягивать, да? Очень удобный ошейник для собак. И я хочу его обратно в магазин сдать, потому что он мне уже сейчас не нужен. Да, в Таргет. Я сдам в Таргет и заплатила $10 за этот ошейник. Потом вот такие тоже сейчас в магазин сдадим. Она меня трогает. Леночка, не трогай. Это такие, как они называются? Teeth and gums, чтобы жевать, такие жевательные косточки для собак, тоже надо сдать. Я заплатила за них $4.54, а за это $11. Так что мы сейчас потом заедем в Таргет и сдадим, и просто скажу, что ничего, отсюда только нету две косточки, так что, может быть, они, надеемся, что не примут. И это новый ошейник, новый совершенно, и есть, не знаю. Обычно они хорошо принимают, приносишь в магазин и сдаешь, и обычно все хорошо принимают, и отдают деньги обратно. Также мы купили большой мешок еды, но Сережа уже сдал в другой магазин. Большой мешок еды купили £50 за $23, и он был уже открытый, конечно. И эту еду собака вообще не ела. Ей не нравилась эта еду. И еле, короче, приняли обратно в магазин эту еду. Да. Так, мы, короче, отбыли. Ну, сейчас пока маленькие дети, сейчас тяжело ухаживать за собакой, потому что это все время отбирает. Да, может быть, мне на другую дорогу надо поехать, что-то сильно трафик сейчас большой. У нас время перевели на час раньше, сделали на час назад. Окей, что еще вам рассказать? Сейчас покажу вам погоду. Что, Даненька? Скажи, чтобы я на посмотрю, не дашь. То есть,
Давай почекаем первого посмотра, и потом мы будем тихо, и они сами будут смотреть. Давай. Хорошо. Проехать по другой дороге, потому что вот этот поворот налево, он такой длинный, много из машин, я поеду прямо, не буду ехать по фривею, поеду здесь должно быть быстрее. Вот, пожалуйста, куда он едет? Водители такие, не это. Да, дождик пошел. Такой ресторанчик, называется Chick-fil-A, и вот название ресторана. И кушаем. Здесь для детей место. Еще это моя. Спасибо, ресторанчик такой. Я себе заказала айс-кафе, водичку. Да. Детям заказали детские meals. Здесь что ли мечты? Это моя. Chicken nuggets. Это мое. Фрукты. Это мое. Тоже хочу фрукты. Надо было выбрать то или другое. Так, мы остановились в Таргете, сдали наши то, что мы купили для собачки. Все приняли хорошо. Сдали и вернули нам денежки. Леночка, не убегай, пожалуйста. Мама, можно такое сказать? Что ты хочешь? Что это хочешь? Сколько это стоит? Нет, это что-то страшное. Отнеси обратно. Вот для Пасхи уже все готово. Данилка, отнеси обратно. Вот Kinder Joy. Короче, в Америке такое не продавали, а теперь продают везде. $1.50 за такие яички. Что тут еще у нас есть? Мама, да. Такое, я не знаю, Данилка, там какие-то зубастые сильно. Все под яички сделано, все к шоколадке. Зайчики, яички. Это пасхальные у них такие праздники. Леночка, где? Вот один из них не стащи. Где? Покажите. Ты же не знаешь, какой динозавр попадется. Покажите. Тут написано beast, видишь? А beast? Написано зверь. Зачем тебе зверь? Нет. Не надо в страшные игрушки играть. Так, здесь что-то дешевле. Всякие яички, всякие сюрпризы. Зайчики. Все для весны они уже поменяли. В Таргете сделали. Все красиво, все свеже. Ново. Очень красиво. Новый товар завезли. Ходишь и только радуешься. Наконец-то весна наступает. Наконец-то весна наступает. Что? Опять выбрал, что страшное. Это Star Wars. Вот это мы берем, Данилка. Вот это. Давай. Данилка берет за свои деньги. А что ты это за свои деньги покупаешь, хорошо? А это на воду надо разлить? Ну да, там же написано на воду ложить. Не, мое. Полно разных шоколадок. Где моя? А я пойду. Леночка, возьми себе что-то, возьми. Ты уебач, нам надо ехать домой. Леночка, иди возьми себе игрушку такую. Иди. А где? Вот здесь идем.
Что здесь? Что здесь? Что здесь новое? Всякие разные погремушки. Погремушки. Глаза разбегаются. Сюрприз. Сколько это стоит сюрприз? Дай посмотреть. Вот здесь написано, смотри. Шапкинс. Нет, это не то. Вот. Чупак. Нет, это не то. И Шопкинг. Я не знаю, да нет. Леночка, надо проверять, сколько это стоит. Мы сейчас проверим, хорошо? Это то? Это что другое? Здесь на Пасху принято делать корзинки. У тебя уже есть такое? Делать корзинки с подарками пасхальными. И всю корзину, берут корзину, заполняют подарками разными для детей, заворачивают и дарят на Пасху. Такие яички разные, все такое. Ну давай положи пока, мы сейчас проверим, сколько стоит. Тут очень такое все интересное. Красить яйца. Целый ряд. А можно такое что? Mystery Hatch and Grow. Это надо, а мама, это надо будет почти долго ждать? Да, долго ждать. А где ты его взяла? Сколько он стоит? Пойдем. Хорошо, уже пойдем, Леночка. Мама, пойдем. Я Окей, уже пойдем.